А теперь к делам наступившего года. В 2013-м в стране вырастут зарплаты. По прогнозам Минэка, доходы и реальная заработная плата увеличатся на 3,7%. А уже с начала года минимальный размер оплаты труда в России поднимется до 5205 рублей. Об этом сообщает сайт «Вестей». По ожиданиям властей, продолжится снижаться уровень безработицы. В прошлом году его удалось сократить на 20% в годовом выражении. Пока без работы в стране числится 1 миллион человек. В новом году будут повышаться пенсии. Дважды трудовые с 1 февраля и с 1 апреля. И после повышения размер ее в среднем по стране составит свыше 10 тысяч рублей. Социальные поднимут с 1 апреля до 6 169 рублей. К концу года минимальная пенсия в России должна быть более 9 тысяч рублей. Что касается материнского капитала, то он увеличится на 5,5% и составит 408 960 рублей. Стоимость жилищно-коммунальных услуг в этом году будет подниматься поэтапно с 1 июля и с 1 сентября. По прогнозу Минэкономразвития, тарифы на электроэнергию вырастут на 12-15%, на тепловую энергию на 8-10%, газ на 15%. С 1 января повысились акцизы на бензин в среднем на 20% и спирт на 25%, с 300 до 400 рублей за литр этилового.